После повреждения трубы Троицкого группового водопровода частично остались без коммунального блага жители Новороссийска, Геленджика и Крымского района. Сейчас вода подается по графику. Аварийные бригады всю ночь устраняли порыв на поврежденном участке водоснабжения. Авария серьезная. Она вызвала трудности с водоснабжением в Крымске, Новороссийске и Геленджике. Поручил главам всех городов держать на контроле подвоз питьевой воды к домам людей. В Новороссийске этим сейчас занимается 19 машин, в Крымске 12, в Геленджике 15. С 5 часов утра на месте идет сварка трубы. Затем будут промывать систему и постепенно возобновлять подачу воды. Завершить ремонт планировали к 18 часам. Ход работ на месте аварии лично контролирует министр ТЭК и ЖКХ края Евгений Зименко.